Успешно прооперирован и идет на поправку. Ульяновец Вячеслав Пискунов, переживший авиакатастрофу под Мензелинском 10 октября, продолжает лечение в БСМП Набережных Челнов. Накануне к нему приходили следователи. В возбужденном уголовном деле по факту падения самолета он пострадавший. Видел, как отказал двигатель. Видел, как шли на посадку. Выполнял команду инструкторов. Сел в самолет на пол, прикрыл голову руками. Мы ждали удара. Удары все полетели. Все. Камеры наблюдения зафиксировали момент падения самолета, в котором находились 20 парашютистов и 2 пилота. Выжили только 6, что находились в хвосте машины. Для Вячеслава предстоящий прыжок должен был стать 118-м в его недолгой 2-летней карьере. Ну, боль была, ноги не чувствовались. Тишина полная была. Криков ничего не было. Паники тоже не было. Все спортсмены были, все знали, на что идут. Сроков полного выздоровления Вячеслава Пискунова врачи не называют. Все-таки компрессионный перелом позвоночника и перелом ключицы. Но прогнозы оптимистичные, говорит сам ульяновец. И по собственному признанию, не бросит парашютный спорт, если позволит здоровье. Домой хочется выздороветься, хочется на ноги встать. Хочется быть сильным, здоровым. Хотел выпрыгать. Кто-то должен с тех же 16 прыгать. Тем временем в аэроклубе Мензелинска, где произошла трагедия, закрыты все полеты. Потерпевший крушение самолет уже доставлен на территорию аэроклуба. С обломками работают специалисты. Им и предстоит разобраться, почему же произошла трагедия, унесшая 16 жизней. Михаил Рсашанский, новости Улправды ТВ, из Мензелинска и Набережных Челнов.